Вот ты говоришь, я против Сити и Баварии играть ненавидел. А вот футболист... Не, ну в России раньше это просто меня раздражал Киржаков, потому что каждая игра практически он забивал нам, да. Ну, понятно, были матчи хорошие и плохие, вот, но Саня на тот момент был прям просто в топе в таком, что ну, лучше бомбардир, да. В Европе, насколько я помню, что Серхио Агуэро и... Кто же мне еще больше всех забил? Вот, наверное, два таких тоже. Еще Златан, да? Вы с Интером дважды подряд играли? Нет, Златан нет. Златан мне в девятку плюнул, я даже мяч не увидел. Я помню, что писали, что Агуэро мне забил, да, больше всех. И вот и кто-то тоже там был, третий, не помню. Ну вот чтобы ты не любил, знаешь, вот просто ненавидишь. Ну не люблю, нет, ну не то, что ненавижу, нет такого слова у меня, не люблю, потому что вот ассоциация такая, ага. Что они меня наказали. Лукаку тебе да. Много забивал, кстати, тоже. Лукаку? Да, из-за сбора. А, ну в каждом матче, когда Витя Васин в обороне играл, помнишь? Он за...